Так, это улица Киевская, дом 131-135. Вот, частное видео. Просто сниму дом со всех сторон. Вот сейчас уже время к закату. Без 10:06 вечером. Солнышко на западе освещает вот эту вот часть ровно. Задний двор дома. Вот здесь вот у нас школа. Не помню, 39-я или какая. Брать не буду. Вот тут домик такой новый, симпатичный, российский. Вот там дом уже советской постройки, такой старенький, скажем так, относительно. Все относительно. Потому что если тот дом старенький, то это вообще дома очень старинные, немецкие. Вот сейчас пройдусь вдоль него по периметру. Вот это как фрагмент. Вообще, в принципе, в Калининграде каждый дом так можно отснять. Вот сейчас пока еще листва не распустилась, но вот трава уже пошла зеленая. Цветы уже есть. Засниму сейчас, покажу. Вот, сегодня у нас 13 апреля. И вот буквально в последнюю неделю зелень начала активно прорастать. Так, цветочки сейчас покажу. Обозначим тему. Вот. Такие фиолетовые и синенькие. Как они называются, я не знаю. Не силен я в этих вопросах. Вот тут тоже кустик растет симпатичный. Вот. Мы дом снимаем. Так, как лучше? Наверное, да. Я вот пойду сначала вдоль дома, потом обойду его, чтобы против солнца не снимать. Когда солнце низко, то всегда создает... Вон кот из окна выглядывает. Симпатяга. Когда солнце низко, это всегда создает такие определенные проблемы. Для теней. Вот. И для съемки против солнца. Поэтому надо всегда выбирать какой-то ракурс, определенный угол. Смотреть, где солнце находится, чтобы... Ну, видео получилось не засвеченное вот этими солнечными бликами. Вот. Там вот подъезд 135, тут 133, а там 131. Вот. Калининградская система подъездов, номеров домов по номерам подъездов. Ну, правда, есть дома, у которых уже вот это гаражи более-менее новые. Относительно. Там более-менее старые, там дальше. Вот это такая вот калининградская система. Она сейчас, не знаю, развивается ли она дальше, но вот я уже видел дома, где номер дома один, и по подъездам там уже номера квартиры. А номер дома один, а у нас вот тут в основном подъезд, это и есть номер дома. Так, вот этот домик сниму еще раз с разных ракурсов. То есть снимаю и дом, и его окрестности. Сейчас я попадаю на теневую сторону. Далеко я тоже от дома отойти не могу, потому что солнце сразу через крышу будет светить и мешать. Вот сейчас сниму фрагмент улицы Киевской. Заодно вот в этом здании у нас находится отделение милиции в левом крыле, вот, которое отремонтировано. Здесь просто жилой дом. Жилая часть дома. А вот тут вот год назад вот тут еще дом стоял. Вот, ну вот там остался фундамент его.
разрушенный. И ритуальные услуги появились прямо явно. Так, а вот я сейчас буду подходить к этому дому для съемки. Может быть, наверное, я выберу все-таки другой ракурс съемки. Пройдусь сначала по Киевской и сниму его. С той стороны буду подходить. От солнца. Киевская идет в сторону Балтийского парка. Он имел до недавнего времени название парк имени Гагарина. А при немцах там было кладбище, как всегда у нас. Так, это вот дом сосед с такой калининградской портовой символикой. Вот этот вход в отделение полиции. Номер 2. Отдел полиции номер 2. Вот дом. Вот. Сбоку я его сейчас не снимал. Или снимал. Не снимал. Сейчас по-другому немножечко сделаю. Вот тут главное, конечно, показать вид, а не слушать то, что я говорю. Я зайду вот этот во внутренний двор. Большой такой, и пройдусь опять вдоль здания. Вот такие тут там, вот тут дом, вот этот прямо дом, он такой же конфигурации, как вот дом 131-135. Они имеют всегда небольшие конструктивные особенности, разницы. Вот немцы в этом плане молодцы, дом вроде как бы одинаковые, но всегда найдешь, как говорят, найди 10 различий. Вот это вот боковая часть. Их. Домик симпатичный, но не отремонтированный. Но смотрится он лучше, чем отремонтированный. Отремонтированные дома становятся какими-то безликими, одноцветными, как пятно какое-то цветное. Надо все-таки вот, а тут вот прямо тона, полутона такие. Вот то, что делает время с домом. Тут остановка. Вот Киевская 131-135.